пожалуйста. Ну и пожалуйста. Ну и пожалуйста. Ну и пожалуйста. Ну и пожалуйста. Эй, Шуни, Зубок, вы что? Надо добрый вечер говорить, а вы пожалуйста, пожалуйста. Что это с вами? А ничего, да. Это Шуня. Комики мне свои не дает. Ну и пожалуйста. Но ведь это мне их подарили. Ах, вот оно что. Да. А я думал, что вместе играть веселее. А я про то же говорю. Ну, ну вот и играйте вместе. Ну и пожалуйста. А что? И поиграем, да, Зубок? Мы с тобой, Енот Енотович. А что? В сказку, а? В сказку? В сказку. А про кого сказка-то? Про одну королевишну. А королевишна-то кто будет? Вот ты и будешь. Я? Ну, а больше-то некому, не мне же ею быть. Я могу быть королевишной. Ну, конечно, можешь. Да вот только ты с нами играть не хочешь. Нет, я с вами играю, я с вами играю. Ну что, Зубок, согласен Шуню в нашу сказку взять? Да, конечно, согласен, пусть будет. Тихо, тихо, тихо! Чего кричишь? Сказка начинается. В одном царстве-государстве жила-была королевишна. Бедное было царство-государство, да только королевишна не унывала. Была она девочкой доброй, поэтому и друзей у нее было много. Но больше всего она любила играть с королевичем из соседнего королевства. Здравствуй, королевишня! Пойдем в мячик играть. Хорошо. Только я сначала пол подмету и пыль во дворце вытру. А хочешь, я тебе помогать буду? Конечно! Вдвоем работать веселее! Мы работаем вдвоем и играть вдвоем пойдем, потому что мы друзья, ты и я. Мы с тобой вдвоем поем, в мяч играем, пол метем, потому что мы друзья, ты и я. Но однажды случилось вот что. Проходила мимо старуха-вреднюха и услышала, что во дворце-то смеются. Смеются! Добрые слова друг другу говорят. Я старуха-вреднюха этого ох как не люблю. Надо бы им что-нибудь плохое сделать. А поставлю-ка я свой сундучок искусительный. Ой, что будет? Потому что мы друзья, ты и я. О! Ой, что это за сундучище здесь стоит? Искусительный сундучок. Огромный какой. Ладно, сотру с него пыль и... Ой, что это? Искушение, вот что, золото, бриллианты. Вот это да! Да это же настоящее сокровище, золото, бриллианты. Сработало! Теперь я буду самой богатой королевишной на свете. Ура! Вот и я говорю, ура! Королевишна, пойдем в сад на качелях качаться, а? На качелях? Ага. На моих качелях. Вот еще. Я сейчас поеду в карете кататься. А, карете. Вот здорово, и я с тобой. А вот и нет. Я поеду одна в своей карете и на всех буду в окошко свысока смотреть. Что это с тобой? А? Почему ты такая стала? Знаешь, мне не хочется с тобой дружить. Ну и не надо. Я теперь богатая, у меня без тебя друзей будет много-много. Обиделся королевич и ушел домой. И другие не стали с королевишной нашей дружить. И стало ей очень грустно. Пошла она за советом к мудрому мудрецу. Скажи мне, мудрый мудрец, почему никто не хочет со мной дружить? Ах, королевишна, эта старуха-вреднюха постаралась. Теперь тебе только одно средство может помочь. Что же это за средство такое? Знай, королевишна, что не богатство, а ласковое и доброе сердце делает нас счастливыми. Будь ко всем добра, перестань жадничать, и друзья снова наполнят твой дворец. Правда? Чистая правда. Спасибо, мудрый мудрец. Я сейчас же побегу и у всех-всех-всех попрошу прощения. А в первую очередь
у одного очень доброго принца. Есть главное средство для жизни счастливой. Есть главное средство для радостных дней. Будь добрым, приветливым, ласковым, милым, и рядом увидишь ты много друзей. И рядом увидишь ты много друзей. Ну, как вам сказка? Интересно, правда, Шунечка? Да, правда. Ой, Шунечка, а что ж ты нос-то повесила? Да. Тебе что-то не понравилось? Я сама себе не понравилась. Я ведь тоже Зубка обижала и не хотела ему свои кубики давать. Ой, Шуня, да это к тебе старуха-вреднюха приходила. Да и убежала она уже. Да, убежала. Ведь ты ж все поняла. Да. И мы этому очень рады. Еще как рады. Ой, интересно. А ребята своих друзей не обижают? Ну, я думаю, что нет. Они уже давно знают, что никакие богатства не могут сделать человека счастливым и подарить ему друзей. Ведь только у того, кто добр, их бывает очень много. И у нас их тоже очень много. Вот все ребята, которые смотрят сегодня нашу передачу. Да, но, к сожалению, пришло время нам с ними расставаться. Но завтра мы с вами снова встретимся. Правда, ребята? Спокойной ночи! До свидания! Добрых вам снов! Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Ждем с нетерпением встречи доброй вам ночи, друзья. Ждем с нетерпением встречи.